Молодец, да? Стромкина там уже. Я понял. Оказывается. Друзья. Друзья. Давайте, 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 присоединяйтесь, а то прошлый эфир уже настолько долго мы вели, настолько мы разгорячились, как раз только разгорячились, и он взял и потух, потому что мы превысили время. Сколько времени? Нахождение. Час, наверное, в эфире. Вот так вот. Красота, люблю. Давайте насущные вопросы. Сущие вопросы. Задавайте вопросы интересные какие-нибудь, чтобы мы поразглагольствовать. Юль, сколько лет было, когда поженились? Тигран, ваша первая любовь? Тигран, моя первая любовь, да. Но поженились мне сколько было? 23, да? А родился Ролан, и мне исполнилось 24. А тебе было 25, да? 24. 25 Ролан родился. Когда я ушел, мне стало 25. Но тебе было 25, когда мы поженились. У тебя же в сентябре день рождения. Куда мы едем и все остальное, это все вы можете увидеть в предыдущем эфире. Мы едем на дом 2. Юля, промотивируй, во сколько ложишься и во сколько встаешь. Встаю. Каждый раз я вспоминаю детство, наше, наше место. По 16 устали целоваться, ты взяла мою футболку, в этом нету толку. Это я дурак, ошибался, зачем я так влюблялся? Детство, буду наше место. Скажи ему, чтобы Арсену набрал. Какой-то Арсен тебя хочет. Арсен? Что за Арсен? Юля, дай совет, что делать, если муж игроман, играет сутками, по-хорошему не понимает, по-плохому тоже вообще никак. Ну, одна агрессия. Но это он прячется. Вот в играх, да, тебе? Смотрите на правду, пусть в алкоголе, сам набирает. В алкоголе или в прогулянках, или в компьютерных играх человек прячется от того, что его напрягает. Каждый раз я вспоминаю детство, помню наше место. Знаете, я так боялась второго ребенка, я всегда думала, что одной хватит, но подписалась на тебя, смотрела эфиры и решила, что хочу второй. И вот через неделю ждем дочку. О, как здорово! Так я промотивировала вас на второго ребенка. Еще капитал получите. Еще немецкие фильмы посмотрите. Я. Это. Конечно, и ваша первая дочка, вам спасибо огромное скажет за то, что вы вторую ей родили. Родите. Удачных родов вам. Счастье. Мы читали. Молодцы, счастье вам. Мы 14 лет в браке, тоже не ругаемся и любим друг друга, как первый раз. Двое деток. Какие молодцы. Какие молодцы. 14 лет в браке. 14 лет, Тигра. Два раза больше, жестко, чем мы. Молодцы, молодцы, молодцы. Это не сарказм. Таким, да, семейным парам только аплодисменты. Зачем едете на дом? Хочется. Пригласили, мы никогда не отказываемся. Пиаримся. Так. Юля, а после родов изменились ваши семейные отношения с мужем? Я имею в виду... Ой, боже, зачем я начала читать? Секс. Извините за вопрос, очень интересно. Что? Буль, не отвечу. Это слишком личное, друзья. Ну, как бы... Где культура ваша? Вот это, опять же, вопрос про трусы и кровь на них. Из прошлого эфира. Задавайте такие вопросы тому, кто позволяет такие вопросы. Да, кто задавать. Говорит на эти темы. Правильно Тигран говорит, да? Угу, угу. Кто все равно там раздевается или там... Есть такие, которые бананы запихивают в рот. Сиськи-письки, да, или там полуголые фоткаются. Вот они позволяют. Они вам расскажут про секс, про то, как... Вот я даже, когда студентом был... А, не знаю, как все мужики, вот лично я, тогда еще контакт был. Сидел студентом, что делать нечего было, квартирка у меня своя была, позволяла пригласить кого-нибудь. Я сидел ВКонтакте и листал. Смотрю, девчонки там, ну, знакомятся, да, все. И вот я по фоткам определял, как бы, вот этой девушке можно написать, чтобы она ко мне приехала или нет. По фоткам. Психология, понимаете? А девушки многие хотят просто быть красивее, не понимают, что они как раз провоцируют на то, чтобы о них вот так вот думали, с ними так общались.
Слушай, я рада, что струна будет. Приятно так. Что я могу сделать? У нас уже у нас есть мальчик. Еще хотим второго мотивировать. Давайте, давайте. Мало того, что второго. Все кричат, какой Путин плохой. А Путин вообще-то по 500 000 дают за второго ребеночка. Поэтому рожайте. С 2007 года. Поэтому рожайте, получайте свой материнский капитал, чтобы вам не было так тяжело с ребеночком. Вкладывайте его в жилье или на учебу ребенка, или еще куда-то. Его вообще можно потратить на отдых в Крыму, насколько я знаю. Но не знаю, кто туда его тратит, конечно. Можно отщипывать от него, знаешь, от капитала. Мы в браке 18 лет, любим, уважаем друг друга, всем этого желаю. 18? Вот, да, вам, вот счастливые, вот, оплески. Знаешь, что такое оплески? Понял. Обрызги. Привет из Одессы. Одесса. Мы с мужем 7 лет. Живем в кайф вдвоем, сейчас задумались о ребенке. И мне страшно, что мы отдалимся. Ну, если это будет желанный ребенок, не отдалитесь. Главное, чтобы ваш муж, как был 7 лет у вас самым любимым на первом месте, таким же оставался. И меня очень начали, когда я это сказала, что муж на первом месте в прошлом эфире, меня начали прям закидывать камнями. Но поверьте, ребенок и так свое место у вас возьмет. Он и так будет на первом месте. Если в вашей голове ваш муж будет на первом месте, то как раз будет соблюден тот баланс, что никого не вышвырнули в коридор, спать на диван, никто не сидит голодным. Потому что ребенок, и так он будет у вас на первом месте, и так вы будете с ним возиться. И с едой. И с едой. Сначала покормить надо мужа и вот себя. Как я сказала в эфире, он у меня выключился давно, что когда дети видят, что вы сначала тарелку ставите папе, и все делаете сначала папе, потом им, они не обижаются на это. Наоборот, вы поднимаете авторитет своего мужа в глазах своих детей. Он становится для них очень авторитетным. Потому что дети, поверьте, если с самого рождения вы ставите сначала папе тарелку, а потом им, они не знают, что может быть по-другому. И так дети... мы все делаем ради детей, только детей. С самого рождения, только родился ребенок, мы делаем все только ради него. Ой, сколько сообщений. И встаем, и кормим, и мучаемся, и не спим, и еще что-то потеем. Мы все делаем для детей, поэтому в таких мелочах. Да, я уже поняла. Да. Я уже позволила залезть себе на шею. Мама всегда так говорила. Сначала мужу, кормильцу, а потом детям. Какая у вас мудрая мама. Знаете, почему говорят? Почему правильно? И по психологии, и вот, ну, по теории. Почему сначала Тигран, надо... подожди, пишет, гуляю с коляской, часто вижу вас. Можно ли подойти и селфи сделать? Ну, конечно, можно. Говори, что ты, я тебя так перебила жестко. Ну, почему правильно? Сначала накормить мужа, а потом себя. А только потом уже детей. Почему правильно так? Потому что муж это изначально, да, кормилец, он находит еду. Его надо покормить, чтобы у него были силы, чтобы он выспался, и он пошел опять за мамой. Пахать за едой. А потом маму накормить надо. Тигран. Уверена, на 100% у Тиграна есть любовница. Это, наверное, ты. Крошка. Ну зачем так палишься? Что я говорил? А потом маму накормить, чтобы мама имела силы, да, покормить своих детей. Если мама будет уже обезвожена и лежать, а дети молодые и слушай, мелкие Тигран, будут сидеть. Я вспомнила документальные фильмы про блокаду. Да, а потом дети будут накормлены, поверьте, через часик или через два без мамы и без папы их съедят. Схавают просто на. Да, и поверьте, если вы будете голодная и злая, то вы еще и наорете на своих детей. Поэтому. Кстати. Когда ты уезжала в Москву по делам, я с Багратиком, он спал, и я в телефоне что-то сидел, он начал уже так, ну, знаете, немножко крякать туда-сюда, но еще не плакать. И я что-то засиделся в интернете, и думаю, уже надо идти, и он начал что-то крякать еще побольше, я его на кухню положил и думаю, блин, я же голодный, и быстро борщ начал нагревать. Нагреваю. А он орёт. И он не орёт, и вот это делает. Я кушаю, думаю, блин, хоть бы он мне успел дал покушать. Я говорю, Багратик, дай я, пожалуйста, покушаю. Дай и он уснул. Нет, он дождался. Я говорю, спасибо большое, мой хороший. Папе дал покушать. Вот если бы он мне не дал покушать, я бы злой был. Да, я засиделся, суть. А если финансовая жена обеспечивает больше, но муж потрясающий человек, но он же тоже, вы говорите...
жена обеспечивает больше, а не только жена обеспечивает. Какая разница, кто зарабатывает больше? Вы же семья, у вас должен быть... Вот мне задавали вопрос про семейный бюджет. Он должен быть совместный или раздельный? Ну, конечно, совместный. Вы же семья, семья. У вас все должно быть общее, общие мечты, общее материальное все. Вы должны идти нога в ногу вместе, развиваться, покупать квартиры, машины, все вместе. Вот, поэтому, если ваш муж потрясающий человек, но он приносит чуть-чуть меньше денег, чем вы ни в коем случае ему об этом не напоминайте, не клюйте его, а просто молча приносите больше денег. И в вашей семье будет баланс. И, может быть, если это его как-то, ему это надоест, он начнет больше зарабатывать. А кто его знает? Может быть, завтра он найдет другую работу и будет в два раза больше вас зарабатывать. Поэтому тут уже... такое дело. А будете клевать слова эти, на всю жизнь вы его в голове останутся. Почему вы пропускаете все вопросы про верность? Ой, напишите еще раз. Я не вижу все вопросы. Я что, сканер? Добро рождает добро, а негатив рождает только негатив. Нужно слушать друг друга правильно. Что, какие хорошо. Вопросы хотят про верность? Что там пишут, непонятно? Как не ревновать, вроде такое писали. А писали, что у тебя любовница есть, что у тебя 100% любовница, когда ты сказал, что когда проститутку вызываешь и хочешь ее, чтобы она ушла, все подумали, что ты каждый вечер вызываешь. Малышня с няней? Не вся малышня, самый маленький, самый молочный, видите, самый пухленький. Да, самый пухленький, сзади спит. Непослушная. Взяли лежалку. Вы верны друг другу? Что вы хотите? Как можно спросить такой вопрос? Как, что вы хотите, друзья? Которая родила трое детей. Это про то, вот прям хочется сказать, что вчера Тигран не ночевал, сегодня по очереди я не ночую. Ну, конечно, верны, друзья. Как можно любить друг друга и быть неверными? Юля, была ли у вас слабость в первом триместре? Если да, то как справлялись? У меня жуткая была. Я пила кофе, честно скажу. Выключите. Я звоню там, что-то недоступен там. Правильные слова. Спасибо. Кубань, привет. Как ты, Ника? Вообще, про верность в браке в наше время реальность или миф? Ну, конечно, реальность. Тигран, люди думают, что реально верность в браке – это миф. Бедная девочка, ну что ж такое, или мальчик, кто ты, бедненький. Конечно, не миф, брак, семья должна быть... Может, выключить, Тигран? Вы должны быть верными друг другу, вы должны любить друг друга, вы должны подпитывать друг друга. Любовь друг к другу должны обязательно подпитывать, обязательно. Быть одним целым. И это касается и ваших дел финансовых, да, и каких-то дел по жизни ваших. И самое главное... И самое главное — любовь, самое главное — близость. Все это должно быть. Должно быть очень искренне. И только-только ваше. Почему нет? Почему нету этого, как его, верности? Я хочу слушать, что он тоже говорит. Ника, надо встретиться, поржать. Так. Семья — это супер, с мужем 9 лет, мы счастливы, это здорово, я вам вас поздравляю, искренне они, ну, как бы. Тигран, как Кадыров, говорит по телефону, ёка Макарёв. Мужчина не захочет детей от нелюбимой женщины, ну, тоже, да, да, вообще не будет жить он с ней. Тигран пишет, Юля, можно заниматься при беременности? Ну, врачи не запрещают, но я знаю людей, которые этого делают, а кто-то не делает. Это уже как кому комфортно. Короче, ну, Казахстан, привет. Пациентки. Дети очень объединяют. У меня тоже трое ребятишек. Ну, я бы не сказала. Они объединяют, конечно, очень объединяют, но если бы даже, когда их не было, мы тоже были объединены очень хорошо с Тиграном. С Тиграном. Вот. Когда нет любви, ничто вас не объединит. Вот так. Вас объединяет ваша любовь. Мы в браке 3 года, молодцы. Вы не хотели бы жить в Чечне? Нет, мне все нравится. Мне нравится, что я живу в Москве. Угу. Когда вы говорите, утром или вечером? А готовите? Ну, готовлю, как закончится, да, все. Но стараюсь так заблаговременно. Наготовить стараюсь, чтобы у меня стояла всегда кастрюля борща,
Вот, чтобы у меня стояла наваренная кастрюля гречки, картошка, какие-нибудь котлеты, там, или рыба, что-то, чтобы стояло в холодильнике, чтобы можно было быстро разогреть. Потому что, как правило, у меня в один момент все хотят кушать, и муж, и дети, и даже покрасить. Она пишет или номерок там созвонятся. Вот так. Она пишет, просит от Миши. Да. А если муж говорит, чтобы детей сначала кормила, он сам считает, что дети важны. Слушайте, муж. Сразу напишет привет. Слушайте, от Миши. Хорошо. Причем сделайте еще такой акцент. Конечно, я сделаю так, как ты скажешь. Ты же главный. Вот так. Да, и мне акцентировать надо на том, что вы слушаете его. Я всегда. Что он самый лучший. В и вообще, должна вам сказать, что мужчины всегда стремятся туда, где их любят, где их понимают, где их ждут, где их хвалят. Хвалят. Где он будет самым лучшим, где он будет самым любимым, где всегда его поймут, где всегда его ему посоветуют, где в него верят. И поверьте, он тоже будет стремиться к этой женщине, которая так будет к нему относиться, где его выслушают. Вот. И ему уже никакие друзья не будут нужны. Он будет ждать встречи с этим человеком, рядом с которым он чувствует себя самым счастливым. Слушай, мы в браке 3 года. Можно в баньку сходить. Пережили смерть сына, родили дочку прекрасную. Да. Сейчас много разногласий, чуть ли не до развода. Попариться. Ой, бедный. Пережили смерть сына. Это, конечно, отпечаток наложило. Это очень большой стресс. Царство небесное маленькому ангелочку. Я не знаю даже, что посоветовать. У меня аж мурашки на руке. Чего, вот. Так что это. Что там, у тебя есть еще кого взять? Привет. Ну, да, чтобы так, компашка, у меня тоже есть. Задолбали вопросами религии, если они венчались. Да, не спрашивайте про религию. Советую хороший крем под глаза. Я ему звоню. Ну, я откуда знаю, какой у вас кожа. Обязательно ли носить облачалку, как считаешь? Ну, вообще-то не обязательно, я вот дома не ношу. Тебя тоже одевают только. Я недавно, короче, сейчас смотрю эти старые книжки. Нашел этот дом мертвый этой. Ты выглядишь все время запуганной. Ну, хорошо. Я в шоке. Значит, меня пугают. Привидения летают. Старший сынок не ходит пока в школу. Он пойдет в сентябре. Там что-то хотели мы с ним. Ты так боготворишь Тиграна. Почему вы не должны? Вы должны боготворить своего мужа, чтобы он прикинь, да, вас любил, да, холил, лелеял, чтобы он берег вас. Конечно, боготворю Тиграна. Ну да, можно было что-то. Ну так. Придумать надо, да, нормально было что-то. Сейчас легче иметь разницу с предыдущим ребенком. Давай, 4 года, связи, чем в прошлый раз, когда 2 с небольшим. Да. Легче. Да, она легче. Напишет. Конечно, легче. Они сами там, многое что, могут как сделать. Бы, там, что-то найдется времечко или что, пиши. Потому что ты знаешь, да, у меня уже ты жишь. Уже не знаю, сколько. Так. Поэтому я так. Кофе черная пила при беременности разве можно? Забрать, честно, все врачи кричат, нельзя, поэтому, нельзя. Я и с Эльдаром пила, там, и, сра... пиши, и сейчас пила с Багратом. Ничего не случилось. Живые оба. Вы венчались? Да, мы венчались. Давай на связи. Да, Тигран собирается в баню. Я Тигран, они все услышали. Да. Тебя, как к тебе относятся? Не зазвездился? Нет. Тигран, наоборот, очень трепетно ко мне относится. Давай. Он все видит, все ценит. Они и он Юля, тоже обо мне заботится. И я о нем забочусь. У нас все взаимно. Так, Дом 2 пишет, мы вас ждем. Все спалили, что ты в баньку собрался. Да, Тигран иногда ездит в баню, отдыхает с так друзьями. Потею, вот. Пивасик пьет с рыбкой. Я ей, как видите, истерику не делаю, пусть отдохнет. А спасибо. Я потом в салон свой поеду. Все, все четко. Есть мужики для брака, а есть для гулянки. И детей не любят. Ты что хочешь сделать, эгоисты? Ну, ты когда встречалась, ты же это должна была увидеть. Вот ты правильно, Тигран, говоришь. Когда... Смотивируйте его. Когда вы знакомитесь с парнем и думаете, выйти за него замуж. Выйдете за него замуж или нет? Вы же должны как-то хотя бы предугадать, что это будет. Немножко страшно, волнительно, тот ты билет тянешь или немножко не тот. Но немножечко понаблюдайте за ним, какой он ленивый, не ленивый, амбициозный, не амбициозный. Любит по стакану давать, не любит по стакану давать. Потому что вот те, которые пивасик, они потом могут превратиться в алкоголика. А, кстати, еще
самое хорошее, вот ты сказала. Любят, не любят по стакану давать, это понятно. А еще самый хороший способ, вот как мужчину выбирать, да? Да, в принципе, как и женщину тоже. Алкоголь это же такой, да, самый такой распространенный, легализованный наркотик, да, в нашей стране. А как человек ведет себя под алкоголем? Ужасно, да, в основном все ведут. И как понять, как будешь ты, как будет твой муж будущий вести себя под этим злым ядом? Под взять, зеленым змеем, напоить, да, его, да? Напоить его, да. Так же, ну, вообще, вот ты встречаешься с девушкой. Я его не напоила. Почему? У нас были случаи. Короче, когда... Ты имеешь в виду, чтобы понаблюдать за ним, когда он выпьет, да? Да и девушке, да и мужику тоже понаблюдать, да, конечно. Женщина вообще пьяная, это очень страшно. Но почему он... Пишут, типа, Юля, вот ты так боготворишь Тиграна, он не зазвездился, а девушка пишет одна. Но почему он должен наглеть? Послушайте, что он говорит. Он семьянин, заботится о семье. Посмотрите на Юлю, какая она красотка и счастливая. Спасибо большое вам за эти слова. Пишет, что я запуганная, что меня бьют. Ну... Поверьте, по женщине, которая запугана, или которую бьют, или у которой какое-то несчастье, или плохой муж, по ней это все видно, и тут никакими фильтрами не скроешь. Это видно в ее разговоре, в том, что она говорит, она закрытая, она несчастная. Неужели вы думаете, что я несчастна? Тигран помудрел с годами. Он и был таким, просто на проекте он стеснялся говорить, видимо. Старшие дети сами спать ложатся, находясь одни в комнате, или вы укладываете, читаете книжку. Знаешь, что мне одна девушка написала? Что у нее дети такого же возраста, как у нас, ну, я так поняла, почти 7 и 4, и она запарилась их укладывать, лежать с ними в кровати, а они не усыпают. У нас дети давно ложатся сами, и даже Ильдар, самого маленького, я всегда укладываю, спокойной ночи, поцеловали, закрываю дверь и ухожу. И когда был Ильдарчик, маленький-прималенький, и ему было то ли полгода, то ли сколько, вот, я всегда его так укладывала в нашей этой студии 30 квадратов. Я укладывала Ролана, Эльдара, поцелушечкой, спокойной ночи, сосочку тому дала маленькому, закрыла дверь и пошла купаться вечером. Делайте из детей взрослых. Купаться, мыть голову что-нибудь подольше. И даже если он там квакнул, я не выходила. Выхожу, уже все спят. И я так приучила. У нас дети приучены усыпать самим. Без всяких там сказочек, не сказочек. И это на самом деле очень здорово. Пусть дети привыкают усыпать как взрослые. Юля, очень люблю слушать твои эфиры. Такие мудрые советы даешь. Спасибо. И вам спасибо. Моего папу зовут Эльдар. Красивое имя. Очень красиво. Эльдаровна. Ильдаровна. Эльдар. Так. Да нереально полугодовалого уложить так. Почему нет? Он уже соску держит. Даете ему молочко. Мы двухмесячного укладываем так. Я даже Баграта так укладываю. Я его покормлю. Вот. Положу в кровать. Кладу ему. Кстати, очень хорошая уловка. Вот с детства пеленочку, допустим, ну, те, кто искусственники, которую кладешь, чтобы если потечет капелька, то она не потекла на воротничок. Есть специальная пеленочка, всегда чистенькая, мягенькая. Вот. И эту пеленочку, с которой он кушает обычно, которая... Ну, я же не каждый раз ее стираю после каждого кормления, а там каждый день меня... Она немножко пахнет этой смесью, и я кладу ему возле личика. И он перед тем, как уснуть, он ее немножко помусолит, эту пеленочку, в нее нос засунет и усыпает. Я его не укачиваю, не пою колыбельные. Женя Феофилактова вчера вечером сказала, что вы лучшая пара из всех, кто был на Доме 2. Боже, как приятно. Так приятно. Ну, спасибо, Женя. Спасибо, Женя, что ты так сказала. Очень приятно. Вот. Ну, за кого она еще скажет? За... Ну, она с Дашей не дружит. Так бы, может, за нее сказал. Ну, я считаю, что Пинзари хорошая семья. Почему нет? Вот. И что хочу сказать. Не укачивала я. И очень реально уложить полугодовалого ребенка. Ну, если, конечно, не на груди он. Потому что так можно положить его, дать бутылочку в ручки ему. И он пока ее он высасывает ее и усыпает. И ты заходишь, уже забираешь бутылку. Очень классно. Но столкнулась с такой проблемой, когда Эльдарчик заболел очень сильно, 1.5 года. И нас положили с ним в больницу, где было 10 человек в палате. И все спали со своими детьми. Мне было очень тяжело его уложить, потому что он привык, что его кладут, закрывают свет и выходят из комнаты. Тут какое-то хождение. И я рядом, и он веселился постоянно, то, что я рядом. Но
это тоже мы преодолели. Так, мне 30, деток нет, но очень хочу. Проблемы со здоровьем. Бедненькая. Я раньше не понимала, на самом деле, как это печально, когда люди не могут иметь детей. Вот. Ну, у меня просто не было такой проблемы. Я вам желаю, чтобы ваше здоровье наладилось. Юля, Тигран, вы замечательные родители, мудрые, поэтому желаю вам годами не терять вот эту вашу теплоту и искренность. Все, не Юля, обрати меня. Внимание не на меня. Что? Не поймали меня. Ой-ой-ой-ой-ой. Тигран, выкидывай пистолет. Почему так долго едете? Ну, потому что живем мы не в центре Москвы, а в Щелково. Ехать далеко. Юго-западная. Едем с северо-востока Подмосковья на юго-запад Москвы, через всю Москву. 2,5 часа ехать. У Кати когда свадьба? Она не говорит, но когда-то будет. Я думаю, что в ближайшее время, но это не будет пышное торжество с белым платьем. Я думаю, что Катя решит провести этот день в очень узком кругу. Надеюсь, меня она пригласит, и моего мужа. Для меня пример для подражания. У вас есть свой бизнес? Да, у нас есть свой бизнес, которым занимается этот человек. Юля, вы очень красивая семья, и дети очень воспитанные. Спасибо огромное. Ответите, пожалуйста, вторые роды легче? Ну, сами посудите. Если первый раз организм испытывает стресс и делает то, чему ему не знакомо, то во второй раз он уже делает то, что он знает. Поэтому не бойтесь, у вас все будет хорошо. Так, улыбайся больше, ты красивая. Не грусти. Спасибо. Катя, будущий муж, ее тренер. Слушай, все хотят... Давайте я вам сразу скажу то, что вот все спрашивают. Он не старый, Катин будущий муж, не женатый. Он не турок, там пишут турок, какой-то еще кто-то. Нет, он русский, молодой, свободный, высокий парень. Вот так Катя нашла себе мужа. Обязательно я уже с ней поговорила, чтобы эту ворону несчастную не ставила на человеку на лицо. Обязательно потом увидите. Купили первую квартиру в ипотеку? Нет. Собрали деньги. Тигран работал очень интенсивно в караоке. Вот. И Тигран, участвуя в передаче, так некрасиво себя вел. Подождите, люди, почему некрасиво? Тигран назвал шалавой не мать пятерых детей, а гулящую женщину, которая просто не делала аборты и рожала от всех подряд, и изменяла своему мужу, и не дала ничего этим детям, насколько я поняла, да, Тигран? Эти дети выросли не пойми как, и даже за мать ее не считают, так было? И лещаками ее кормили. Такую женщину надо называть шалавой. А он не называл мать святую, которая родила пятерых детей и воспитала их, а муж скотиной бросил ее. Нет. Муж, наоборот, там терпел эту шалаву, я тоже повторяю. И потом люди писали в личку Тиграну, что она действительно шаловенища та, и там с кем она только уже не прогуляла. Не-не-не, ребят, я не ее назвал шалавой, я назвал ее поведение. Да даже если бы ты ее назвал шалавой. Ее назвал. Что она дала своим детям? Лучше бы она аборты понадела. Зачем она родила детей, которым она так психику поломала? А там муж этому был не против или против, мне все равно. Она была в браке и изменяла. Трое детей, 8 лет брака, как вернуть доверие в отношениях, недавно родила. Так, ну кто-то подорвал же это доверие. Наверное, раз вы недавно родили. Подождите. Недавно родились, значит, вы просто начинаете ревновать своего мужа, но это послеродовая, может, депрессия у вас. Вам кажется, что вы некрасивая, что вы сейчас толстая, но на самом деле вы же сами знаете, это третьи роды, вы сами знаете, что все придет на место, все станет, вот, и что вы, если вы захотите, вы будете самой красивой, если не захотите, не будете. Вы наденете этот бандаж, вы будете приседать, вы будете качать пресс. И будете даже для себя и для своих детей красивой. Но для мужа тоже надо. Так. Ты старше или Катя? Я.
Я стаж. А как у вас? На дом 2 едем. Мужики с Орелом. Ну как, меня достали, потом Катю. А это что считается? Ну так. У мужа умер брат родной. Как его поддержать? Просто будьте рядом. Человек, когда теряет кого-то, ему не нужны разговоры. Не надоедайте ему разговорами. Будьте рядом, обнимите его. Пусть он чувствует ваши прикосновения. И если он захочет, он сам вам выговорится. Слушайте его. Да? Конечно. Просто как будьте рядом. Как поддерживать, когда умер брат родной? Умер родственник. Как? Когда человек теряет, я по себе знаю, когда мама умерла, Царство Небесное, просто хотелось, чтобы кто-то был рядом с нам вот двоим. У нас были друзья, которые нам помогали, которые приходили к нам в гости и насильно заставляли нас есть чипсы и смотреть комедии, и это как-то отвлекало. Заставляли ходить и гулять по Краснодару. Вот. Ну, вот так они нас выводили. Но мы девочки, а у вас маленькие были. Ну, как маленькие, по 20 лет. А ваш муж взрослый мужчина, поэтому, я думаю, тут так себя нужно вести. Вы 20 лет маму потеряли? Да. 23? А, нет. 23-й град. Уже женились. Я поступил только. А мы уже похороны организовывали, когда ты поступил. Купила батарейку в весы. О, постоянные слушатели. Нет, не купила. Не купила. Забудь-ка. Так, давайте интересный вопрос. Тигран, расскажи про воспитание детей. Очень много говорю на переговоре, но давайте какой-то отправим, да? Конкретный вопрос какой-то, да? Про воспитание. Ну, у нас строгое воспитание. Самое главное, чтобы есть правила. Когда рождается ребенок, с самого первого дня начинается уже его воспитание. С самого первого дня, вот только положили, достали ребенка и положили на грудь матери, вот с этой секунды начинать надо воспитывать ребенка. Никогда 3 года исполнится, никогда 4. Никогда он, некоторые говорят, мы ждем, пока он начнет понимать. Нет. Вот когда начнете, потом он вас будет конкретно. Он когда начнет понимать, он поймет, что за 2 лоха ему достались и как можно из них вить веревку. Второе правило, самое главное. Когда у вас появляется ребенок в семье, надо делать то, что хотите вы. Потому что вы родители, и до 18 лет вы должны воспитать своего чада, а не так, то, что ребенок правильно хочет, воспитать, да. Чтобы он не убил никого, не сел в тюрьму, не куда-то попал в плохую компанию. Поэтому делать надо то, что хотите вы, а не то, что хочет ребенок. Это я все утрирую. Я не говорю, что если ребенок говорит, мама, я хочу писать в пробке, а вы говорите, я делаю так, как хочу я. Я образно говорю. Вот я сказал, что будут мультики смотреть 30 минут. Значит, они будут смотреть 30 минут. И надо быть настойчивым. И принципиальным. И принципиальным. У вас а если вы не быть будете, принципы, то да. Будет настойчивый и принципиальный ваш ребенок. Чтобы дети понимали, что если ты сказала, или ты сказала, а мама или папа, если сказали, не обязательно кричать или щеками кормить. Ну вот я не знаю, блин, ну если мама сказала, то уже она так и будет делать. Она ее не изменить, ее решение. И самое хорошее, вот это счет. Счет до 3. Естественно, сначала битье по заднице, это обязательно. То есть как человек, как ребенок поймет? Сейчас они скажут, что ты избиваешь. Битье шлепнуть надо. Шлепнуть. Да. То есть как детям дают по заднице. Если кто-то, может, не знает, то объясняю. То есть, если ты говоришь, не бери. Ну, естественно, ребенок берет. Я считаю до 3. 1, 2, 3. Естественно, он не делает, ты подходишь и по заднице его шлепаешь. Сделал 1, сделал 2, поверь. Причем не надо сильно шлепать. Сам этот удар и само это... В детстве оно не такое, да, начинает сразу плакать, неважно, как ты грубо сделал. Да. Не обязательно избивать, да. Ну, как-то, чтобы ребенок понимал, что после 3 будет наказание. Да. После 1, естественно, ребенок не поймет, это надо будет сделать 2-й, 3-й раз. Вот. И, естественно, на 3-й раз, поверьте, ребенок поймет, что... Потому что мы люди, да? Поймет, что на 3-й раз он знает, что будет после 3-го раза. Если будет 3, все. И 2. Обязательно вот воспитание. Как говорят, вот как воспитать так, чтобы на улице он... Не, чтобы вы на улице не кричали. Вот, пишет правильно, детеныш идет за стаей, а не стая за детенышем. Я такого еще не слышала. Когда ты ему говоришь и уже по заднице дал, потом «Не бери!» И должен серьезный взгляд сделать. Это я вам уже объяснял в прямом эфире. Так, прям жесткий, жесткий, серьезный взгляд. Показать, что не... А, ну, нет. Не бери, я сказал! Не так. Ну не бери, ну не надо брать. Жесткий, надо. Уверенный взгляд, серьезно. А ну положи на место. Да, и когда вы будете это практиковать дома, этот взгляд, то есть словесно, а потом взгляд, он привыкнет к
голосу вашему и взгляду. И когда вы ему в магазине, например, он скажет, папа, можно купить, а ты что-то делаешь и... Только взгляд. Только взгляд. И он уже будет понимать, что, ё-моё, нафиг, точно, точно, уже сказал, не клянчить. Нам понимаешь? Поворачивать. Нет, в курсе. Ты в курсе. Слушай, автобус что-то хочет с нас, этот троллейбус дурацкий. Смотри, он даже не смотрит на тебя, эта тварь. Вот. Тигран только что на пальцах рассказал, как делать так, чтобы ваши дети не только слушались дома, но и вели себя культурно в общественных местах. Они должны знать ваш взгляд злой, сердитый. Они должны знать слово «нет». И это на самом деле... Спасибо, Тигран, молодец, все правильно. Ты очень хороший совет дал. Короче, все в шоке. Вот у меня Юленька... Старшая дочь Балня, мы с мужем ждем второго, как быть? Воспитывать старшую, потому что она всему научит младшую. Начинайте уже хотя бы сейчас, балованная, не знаю, ставьте в угол, что-то делайте с ней, начинайте запреты. В принципе, переломить ситуацию можно в любом возрасте, просто это будет тяжелее. Быстрее открыто? А, это не то, да? Это будет тяжелее, и это будет, как сказать, это будет намного болезненнее. Но если захотеть, смотри, дыра. Дыра. Если захотеть, можно в космос полететь, как говорится. Ой, блин, ну почему тут не открыто? Детей учить надо, они как сорняки. Да, 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 да. Да, 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 можно. Блин, все занято. Все забито, да. Как вот? Так, друзья, буду заканчивать, ищем парковку, приехали, а тут все поставили свои фильмы. Жалко, да, в городских парковках... Закрыли. Работает. Слушай, сюда, может, куда-то? Может быть. Не знаю, спасибо, что были с нами все это время, что вас было так много. Брови чем красишь? Мне сделала брови коррекцию. Архитектуру мне сделала Марго, та, которая ресницы. Марго, я теперь без бровей. Сюда? Да. А? Не... Да, почему нет? Я никогда без бровей теперь у тебя наращивать не буду. Потому что я так покайфовала. Вот. Мы тоже воспитываем ладошкой, но это не значит, что мы лупим. Ну, конечно, люди, которые... адекватные. Смотрю вас и свои отношения вижу. Так душевно. Да, Марго, душевно. Короче, я больше без бровей к тебе на ресницы не пойду. Только с бровями. Сколько ты мне говорила, помнишь? Вот. Когда эфир запустишь еще? Честно сказать, не знаю. Катя плохо относится к Тиграну? Нет, он ей как брат. Очень хорошо она к нему относится. Вот, не знаю, когда выйду в следующий раз в эфир. Честно, у меня же много работы. Я вечером как начинаю всех кормить, купать, укладывать. Все, всем хорошего дня. Посиди, посиди, я сейчас парковать. Как, он уедет, и ты запаркуешь? Да. Серьезно, нам так повезло? А, он... Нет, ты здесь запарковался. А, вот его машина. Я думал, ты парканул уже, все получается? Ну, этот... А там проход, смотри. Где? Вот там проход, не надо на его место, а то тебе дадут по... Дельные советы, сохраняю эфир, всем хорошего дня. Мы уже приехали, надо выходить, брать маленькое, пухленькое, симпатичненькое тельце.